Так, всем привет, дорогие друзья! И сегодня хотелось бы поделиться своими впечатлениями от использования одного очень прекрасного, просто замечательного девайса, о котором я раньше не знал. Даже и понятия не имел, что такое существует. Но я как бы уже довольно близок был, и потом я встретил в интернете одного человека, который тоже приобрел себе эту вещь. И, блин, это был Дима Вайпер, канал... Вернее, техноблог он ведет, и он купил одну штуку. Но, блин, он редиска, реально. Почему он не снял отзыв на этот реально удобный девайс, я не знаю. Он как бы свои первые впечатления сказал, и все, значит, а другим не надо. В принципе, ну и пофигу, да? Снял короткое видео. Хотя тема очень актуальная, просто реально. И она, блин, такая классная штука, я вам просто, я в шоке. Почему я раньше об этом не знал? Вот я просто не имею понятия. Что я делал вообще без этой вещи, и, блин, это расширитель для носа. У меня дело в том, что кривая перегородка, и я не могу нормально дышать, поэтому постоянно капли капаю. И они как бы, ну, вредны, но ну, не настолько, чтобы как бы, да, ну, то есть, преимущества от их использования перевешивают все минусы, поэтому... Я их и капал. Но постоянно капать их, это просто какой-то капец, это мрак, и это очень неприятно. Если нет капель, то ты просто сидишь, задыхаешься. А если там ночью, допустим, ну, закончились капли, вдруг так получилось, то, в общем-то, всю ночь лежишь, мучаешься. И утром тоже не очень хорошо спать. И вот расширители для носа, это просто, блин, обалденная штука. Это такая штука офигенная. Я вот сейчас одел этот самый расширитель. Он, попервой, конечно, да, давит, немножко неудобно носить, но, блин, я сейчас сижу, и меня реально штырит от кислорода. Надышаться не могу, просто свободно дышит нос, просто офигенно, блин, это класс, это даже лучше, чем капли. Это прям, знаете, как просто офигенно. Спасибо тем людям, которые придумали вот эту штуку. Я вам даже сейчас покажу, как она выглядит, надо сейчас ее открыть. Придется немножко коробочку разорвать. Я вообще не люблю коробки разрывать. Я люблю открывать их аккуратненько. Ну, так уж и быть, для вас я ее немножко погромсаю. Вот. Так, ее открыл. Я просто перед этим ее скрепочкой открывал, чтобы не повредить. Вы не бойтесь, сами не собираюсь ее никому перепродавать, чтобы там красиво, аккуратно все выглядело. Нет, я просто люблю, чтобы все аккуратно и красиво выглядело. Вот. Ну и, собственно, вот они у нас, вот эти вот расширители. Это у нас самый большой размер. Можете сравнить, он огромен, просто на конские ноздри. Это у нас средний размер, уже поменьше, да? И я взял себе самые маленькие, поскольку нос у меня не такой огромный прямо, вот, и маленьких мне вполне достаточно. А этими я, наверное, скорее всего, с кем-то из родственников поделюсь, потому что есть у меня родственники, у которого есть тоже такие проблемы, и им тоже необходимо... Срочно помочь, чтобы они не капали себе эти капли, чтобы они нормально жили, а не существовали. Вот такая вот классная штука, вот эти вот расширители ноздрей. И, кстати, для спортсменов это самое оно, особенно для бегунов. Те, которые бегают на длинные дистанции, да или вообще, как бы, ну, надо, чтобы много кислорода было им. Вот, потому что это аэробные нагрузки все-таки. Да и не только им, кстати говоря, и тяжелоатлетам, и всем вообще людям, у кого много физической активности, которым нужно очень много кислорода, необходимо расширить ноздри, чтобы вот этот самый кислород поступил, чтобы человек нормально себя чувствовал. А тем, у кого кривая перегородка, таким, блин, просто вдвойне надо покупать вот эту вот штуку. Это вещь первой необходимости для этих людей. И, блин, реально, я даже когда вот ставил себе вот эти вот штуки в нос, начал свободно дышать нормально, у меня даже мозги начали нормально работать, я вот даже сижу сейчас, чешу на камеру, вообще абсолютно свободно, не напрягаясь. И, блин, голова не гудит, все замечательно, блин, вообще класс. Как я без этих расширителей живу? Как я мог вообще? Как? Это же такая штука офигенная, блин, реально рекомендую. Ссылочку выложу в описании. Блин, это просто офигительно нужная вещь. Когда сам протестировал и понимаешь уже, что, блин, это, да, это круто. Это реально помогает, это открывает ноздри. И дышишь просто свободно. Вообще, прям надышаться не можешь. Это просто обалдеть.
В общем, вот такой вот у нас сегодня обзор был. Ну, или обзор, не обзор, в общем, сообщение, такое, знаете, выражение своих эмоций. Называется у нас Woody Knows. Ну, вроде так, я как бы по морфологии там английского языка не особо, поэтому не судите строго. Advanced Nasal Dentals. Dilators. Расширители для носа, короче говоря. Классная штука, однако. Всем рекомендую, все замечательно, работает, вернее, свою функцию исполняет на ура. Так что обязательно надо брать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, комментируем видео и репостим, ребята, потому что нужно помочь и другим людям, ведь не только мы одни страдаем от узкой перегородки в носу или кривой, и другие люди тоже, да, как бы надо всем помочь, поэтому обязательно репостим в соцсетях, где угодно, потому что вам это ничего не стоит, а мне это будет полезно, и другим это людям тоже будет полезно, так что всем спасибо, пока!